Ребята, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот маленькая посылка, мелкий пакет, очень-очень легкая. И здесь находятся татуировки или тату-рукав. Кто как называет. Короче, классная штука. Поехали! Посылка дошла очень-очень быстро. Где-то за полторы недели. Это очень-очень быстро. И здесь находятся вот такие вот две штуки с магазина Tani Deal. Смотрите, какая штука. Короче, берете этот рукав, надеваете вот так вот на руку, прикрываете швы часами, либо каким-то браслетом. И у вас сверху должна быть футболка с коротким рукавом. И вот эта штука очень-очень будет выглядеть офигенно. Значит, первая татуировка, это у нас вот такой вот рукав. Здесь какой-то вижу череп. Вот он. И здесь какая-то вот такая абстракция. Ну, прикольно. А это просто я заказывал абстракцию. Так, здесь вот что-то еще написано. Made in China, spandex. Короче, вот это тоже какая-то абстракция, но прикольная. Вот так оно выглядит. Ну, неплохо. Давайте, ребята, сейчас я все надену и вам все покажу. Короче, ребята, вот так это все выглядит. Здесь я немножко прикрыл браслетом от Xiaomi. Ну, короче, пофоткаться можно офигенно. И вот здесь смотрим, да, у меня обычная футболка. Вы встали, допустим, там как-то обалденно и взяли, сфоткали. Все. Фотка будет у вас классная. И вот так вот, друзья, выглядит второй рукав. Вот он. И вот этот. С черепом. Вот так вот все круто выглядят два рукава. Здесь браслет, ну немножко там распрямили. А здесь я вот такие вот G-Shock'и надел. Часики. Тоже все классно. Как видим, цвет под кожу сделан. Разгладили и фоткайтесь. Все обалденно, друзья. На этом все. Ссылки в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем приятного вечера. Всем пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress. Куча смартфонов, летсплеи на PS3. Обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники. Одежда и многое другое. Подписывайся. Ссылка в описании.